Вот такой вопрос мне задали в комментарии к донату. Если женщина, с которой вы находитесь в отношениях, делает что-то, что вам не нравится, то единственная нормальная реакция с вашей стороны должна быть такая. Еще раз и больше ни разу. Вы впускаете женщину в свою жизнь только для того, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Если женщина вместо того, чтобы улучшать вашу жизнь, создает вам какие-то проблемы или портит настроение, то эту женщину от себя нужно гнать ссаными тряпками. Ни одна баба не стоит того, чтобы ради того, чтобы она была с вами рядом, терпеть ее хамство или ее закидоны. Бабуля, скажи что-нибудь. А кому? Ну, в родню. А? В родню скину. Ну, говори. Кому? В родню. Вся родня тебя увидит. А пошли нахуй.